пророка Чу и требует от своих адептов шиизм. Согласно большинству источников, 85% современных мусульман – это сунниты. При этом в мире есть два государства, в которых шииты составляют подавляющее большинство населения. Это Иран и Азербайджан. Меньше половины, но значительное число в Ираке, Афганистане и Ливане. В Суннитской Сирии у власти уже долгое время находятся представители исламского течения алавитов, которых иногда называют крайними шиитами. Ближний век Ближнего Востока. На бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко. 15:27 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Москве перед Новым годом вводится почти 300 новых платных парковок в спальных районах. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Отмечается, что по итогам встреч с депутатами, представителями управ и жителями города был сформирован перечень из 291 участка улиц для точечного ввода платной парковки. Стоимость часа стоянки в новой зоне составит 40 рублей. Платные места появятся на улицах и переулках, которые граничат с ВДНХ, рядом с 35 станциями метро, более чем с 80 крупными торгово-развлекательными и бизнес-центрами, а также вблизи...